Во время недавнего интервью в популярном утреннем ток-шоу актер Стивен Болдуин сказал, что убежден в том, что его посвящение христианству не согласуется с убеждениями большинства голливудских руководителей. Болдуин рассказал в программе «Доброе утро, Америка», что верит в то, что именно его религиозные убеждения стали причиной того, что многие режиссеры и продюсеры игнорируют его. Эта непопулярность в киноиндустрии привела к тому, что в традиционной светской индустрии развлечений он стал получать все меньше ролей. Болдуин стал христианином после террористической акции 9 сентября 2001 года, и с тех пор он защищает свои религиозные убеждения, говорит о своей вере и посещает разные христианские собрания, чтобы проповедовать слово Иисуса Христа. «Я собираюсь поставить 2-3 христианских фильма в следующем году. Я уже достаточно созрел для этого», — сказал он в интервью.